Начну с одной из самых главных новостей дня. Минздрав России включил вакцинацию от COVID-19 подростков от 12 до 17 лет в календарь прививок по эпидпоказаниям. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Однако стоит отметить, что вакцинация молодежи будет добровольная. Для несовершеннолетних в России зарегистрирована вакцина «Спутник-М». Она представляет собой 1/5 от дозы препарата, который используется для взрослых. Замечу, укол поставят лишь по письменному согласию одного из родителей или законного представителя.